Ольга Кузьминична никак не ожидала увидеть мэра на пороге своего дома. Это наш мэр? Да, ваш мэр. Можно вас поцеловать? Конечно. Да. С наступающим. Внимательный, да? Умница, да, какой, да, умница. Да. Послушайте. Единственное, хорошего нам человека дали после Пахомова. С Новым годом, с наступающим. Спасибо. Хотел бы его увидеть, потому что я ему обещал. А я сейчас приглашу его. Зовите его. Александр Николаевич Анохин с Юрием Поляковым встретился случайно по пути из поликлиники и попросил поставить больше лавочек для пенсионеров. Просьбу мэр услышал, а сам приехал к супругам с небольшим подарком. Скажите, вы на мало или на много к нам? Как Бог даст. Мы хотим, чтобы вы долго были. Буду. Раз вы хотите, значит, буду. Я бы хотел, чтобы, пожелание такое, чтобы вы же так бы обратились бы к городу лицом. Пожелание здоровья и долгих лет от мэра и благодарность от анапчан за внимание к ним. Встреча получилась недолгой, но очень теплой.